воткнули, вытащить не может. Воруют все. Вот на этом месте я поставил мордушку, а тут Голошубов был, Николай. Пас. Я подошел, подъехал на велосипеде, кажется, а он из мордушки моей вываливает рыбу, да хорошего лука. Что ж ты делаешь-то? А ты еще поймаешь. Мы накосили сено вручную, с таким трудом, первый раз. Он приехал и забрал. А что, это моя была покосина. Ну, то есть, когда потеряевка, так теперь уже все, земля здесь, мы косили, собрали в коп, но ты приехал, забрал. У нас на зиму-то ничего нет. А, обойдетесь. Ну, поехал, это все лес тут воровал. Убор природный. Ну, еще сел покурить. Дерево рухнуло на него, без покаяния сразу умер. Задавило. И жалеть некому. А другой с разъезда. Здесь рядом. В Корчинской бригаде провода не убрали и ток не выключили. А он провода снимал и переплавлял из алюминия. А оказалось под током. Его убило, он на этих когтях висел там полдня, пока сняли. Все, двух воров нету. И никто их не бил. У нас вот поймали сколько воров здесь. Ну, в интернете видно. И они больше не появляются, с ними побеседовали. И Бог милует, нынче вот и лето уже идет. Середина лета, август. И пока воров, ну, по крайней мере, незаметно. Вот. Потому делаем, вот, маскируем. Вот они сняли ту, а этот воткнули. У вас упала, упала. Палка упала сзади. Не может быть, чтобы так. У вас сзади они вон упали, еще две. Ну вот, гребут. А теперь видно, какая, видишь, с веточкой. Нам пустила ее, а поплыла. Ну все, пошли дальше. Вот на втором мостике поставили вчера вторую сеть. Вот они выбирают ее, показывают, что там. Я стою на берегу, снимаю. Вон он. Вчера почти полное ведро сняли. Второй раз приехали. Ну, это с вечера до утра не проверяли. Сетка запуталась, видать. О, трепешется рыба. Плывет. Володя тянет тоже. Это сетка вторая. Ну, достать. Она у батюшки была. Он не сказал, как ее найти. А я пошел. С матушкой поговорил. Она мигом все нашла. И сетку поставили. Вот уже все. Ну, это большие караси. Ну, для наших мест.
выпутывает из сетей. Эту первую проверили, тут мало, 8 штук. Вот он сейчас вытягивает. Вот воды здесь не было, по колено, говорит. Спрашивает, а мы все вложили сами. Сами вот запруду сделали. Вот показать теперь, какая запруда. Сейчас я покажу. Вот она, дамба. Тычок стоит. Ну, сейчас еще 8 часов утра. Игорь попросил барабаш Сергея Пупкова к себе на работу, как пойдет. А тут я не знаю еще, как Володя разнарядит, куда идти. Это не бредим сетью. В любую погоду можно. Холодно будет. Лодки у нас есть. Подарок РТИ резинотехнических изделий Хромов Анатолий Петрович. Он все долго ведут, и ни одного нету. И за сеть перебираются. Ушла у меня картинка. Вон она заплескалась, а рыба вытягивает. О, за ней вторая. Вот они, карасики, блещут. Господь так сотворил, вот в пищу людям дал. Барашка когда колоть. Опять потерял я их. Видно, из воды там вылазят еще 2 сразу. Это не мелюзга, гальянов тут нету. Вот там третий пас. Интересно, говорю, вся сеть пустая, а дальше есть. Муторно выбирать. Утром сегодня сварил Володя. С утра по 2, по 3. Вчера развезли батюшке 10, отдали барабашу 20. И все, больше никому. Остальное в город болящим отправляем. Вот так опять. Все, руки моют. О, моют руки, а там в самом конце еще рыба появилась. 3-4.
Володя сеть проверяет. Перегнулся. Лодка зачерпнула в прошлый раз так вот. Да. Меня вот спрашивают, что самое было дивное, удивительное для меня. Я считаю это важным в своей жизни. Тем более моя жизнь была не в темном где-то уголке сидеть, а на людях все время. Я говорю, то, что я узнал, как много у Бога добрых людей. И второе, почему-то они мне встретились, я бы и не знал. И мало того, что они встретились, здравствуй, до свидания, Анатолий Петрович, но они деятельное участие приняли в моем деле. По детскому лагерю, директора заводов разных. Здесь инструментально, ну, каких-то только заводов тут не было, даже зеркальная фабрика. И то сразу отпустила мне. Ну, наверное, тонн 12, может быть, или сколько, сейчас не знаю, стекла. Ну, обрезки, конечно. Но ими мы стеклили. Я, видишь, руки трясутся, потом отпускаю. А что вы то приближаете, то отдаляете? Ну, приближаю показать, что есть, а отдаляю, чтобы найти, где они находятся. Знаешь, ребята уже натренировались, уже четвертый день сеть уводится. Бреднем, конечно, по-другому все. Еще там, в самом конце еще захватили. Ну, а вот это наша дамба. Вот видно ее, как мы укрепляли, подмыло ее. Вот она. Вот найди каждое дерево. Это забито больше половины воды, вил. Это не только это. А вот где наши находятся, чуть левее. То есть и с той стороны еще так прочно пробки. Весной надо тут насадить будет вдоль с этой стороны, как на Симаковском. 57 кустов приросло. Сергей Павлович на машине сюда нас привозит. Все, братья, поехали. Готовил еще тычки. Ну, не знаю. Вот мы приехали на машине. Сергей Павлович, машина. Закажи такси называется.
Шашечки. Вот сегодня два еще приготовил. Ну вот они к берегу, молодцы мои, удалые. Так, я сумочку положил, не наступите на нее. Давайте мне веревочку. Я подтяну вас сюда. Вот так. Ну давай. Прямо рыбаки настоящие. Ну вот сеть-то поставили. Вторая больше дала? В этот раз, да. Больше. Ну вот. Они хотели вчера, а вот получилось. Давай, вытаскивай. Не пойдете вешки менять? Да можно, да. Или потом сразу возьметесь? Завтра. Ну смотрите, вот они лежат. Можете вот которые рядом, особенно вот эти опасные, вот это. Вот они лежат рядышком. Заменить их. Они сильно высокие, приметные. Давай ведро. Хороший карасик. А ну на ладонь возьми этот. Вот пузом лежит кверху. Какой он будет? Как на ладони выглядеть будет? Посередке. Вон там, во. Ну-ка, подожди. На ладонь так положи. Ну вот на ладонь. Это все-таки не пескарь, не гальян. Считай, сколько вслух. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32. Все, 32, да? Угу. Ну еще, замените вот эту большую рядом. Давай. Возьмите вот она, сзади лежит, как она будет выглядеть. Сейчас оно как выглядит? Ну, очень просто. Большая стоит палка. Видно ее, говорится, далеко. Она правильно очищена, ну... А что, две? Смотри, меня... какая понравилась. Да можешь две взять, ту большую попутно заменить. Это не так много времени отнимет. Какой он то? Да, сильно уж она привлекательная. Две большие, их можем просто спрятать тут. Давай, съезжаем. 32, да? Да. Ну, с Богом. И сразу по домам на работу. Так. Вот так. Давай. С Богом. Не проткните только. Туда внутрь не клади острым концом. Продерни ее повыше, Володя. Вон та вторая. Чтобы не попадала вовнутрь. Во. Лодки берегите. Больше их не будет. Давайте. Ну, сейчас поставить, я тогда заменю.